Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Меня спрашивают, кёкюшинка и силовой вид единоборств. И как я отношусь к тренировкам с отягощением. Нельзя сказать, что кёкюшин силовой вид, потому что есть разные бойцы, которые проводят поединок совершенно по-разному. Кто-то проводит силовым методом, кто-то больше двигается, кто-то темповик. Но могу сказать одно, совершенно очевидно, что если вы хотите владеть разными видами подготовки, действительно быть сильным и иметь нокаутирующий удар, да, занятия подобными отягощениями просто необходимо. Хотя есть бойцы, как я уже сказал, не нокаутеры, и им это необходимо гораздо меньше. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кёкусин.